Вопрос переименования площади Ленина в площадь Соборную активно муссируется в СМИ и соцсетях не одну неделю. На прошедших выходных в город приехали представители Агентства по культурно-социальным исследованиям общества. Интервьюеров интересовал всего лишь один вопрос – отношение ульяновцев к переименованию площади. Сомнения относительно результатов проведенного опроса высказал директор областного учреждения «Аналитика» Игорь Крупенников. Молодые люди, ну и не молодые там, в принципе, были, опрашивали далеко не все. Опрашивали, не имея никакой квотной выборки, то есть у них не было четкой задачи опросить, ну, скажем так, некий срез получить жителей, мнение жителей Ульяновска. По его мнению, интервьюеры опрашивали только тех граждан, которые были против переименования площади. Об этом свидетельствуют слишком противоречивые результаты. Господа, которые к нам приезжали в субботу, изначально заявляли, что будет опрошено 1000 жителей города Ульяновска. Сегодня мы видим в СМИ о том, что по факту, они пишут, было опрошено 10 000. То есть тут же сразу возникает ряд моментов. То ли опрос этой первой 1000 не удовлетворил результаты, да, то есть они получили не те, которые ожидали, или те, которые им нужно было продемонстрировать, вот, либо какой-то другой вариант. В отличие от коллег, ульяновские аналитики проводили опрос в конце апреля. Согласно данным, за переименование площади высказалось 57% респондентов, против 31%. Значит, на тот момент мы можем, в общем, констатировать о том, что в целевой группе 55 лет и старше, значит, 65% высказалось против переименования. Значит, в группе молодежи от 18 до 34 было таких 29, в средней группе от 35 до 54 – 21%. Ну и, соответственно, в поддержку переименования высказались 62% молодых людей в возрасте от 18 до 34 и 61% в возрасте от 35 до 54. По словам Игоря Крупенникова, опрос Агентства по культурно-социальным исследованиям нельзя назвать социологическим. Об этом свидетельствует отсутствие квотной выборки и немаркированные листы. Анна Тищенко, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.